1 февраля, день рождения Марины Полей. Она родилась в Ингерманландии, конечно, как и должно быть у настоящей принцессы. Современные ритмы Марины Полей – это ритмы тысячелетий художественной культуры. Рассказать о Марине можно только ее творчеством. Поэт и толпа. Нет, поэт не пророк и не столб мудрецов, просвещающий Лхасы, но страшится безумие толп часа икс, носорожьего часа. В тех аравах царят пополам смрад кровищи и тухлые селедки. Он не будет торчать, как болван, средь вонючих слепцов посередке. В их пустых, слепошарых глазах отражаются те же болваны. Он умрет в неприступных горах, чтоб потомкам залечивать раны. Марина Полей пишет об одном удивительном портрете. Этот портрет меня мгновенно вдохновил. И не важно, что я думала, будто это фреска, а оказалась фотография. Автор, как я полагаю, Лилия Корнелли. Не важно и то, что детали этой работы, скорее всего, скорректированы фотошопом. Важен конечный результат – молния. К женскому портрету. Позволь мне вылепить из глины то, что гончар не смог старинный. Он знал излучины кувшинов, а я сумею шею, спину и профиля накал орлиный. Позволь поймать мне ритм линий, но сохранить не на монете. Я совмещу уютность глины и холодость надменных лилий, и точность позы, как в балете. Горечь литые подковы гнет. Горечь имеет чернильный вкус. Кто отведал хоть каплю, тот не разомкнет отравленных уст. Горечь бракует законы стиха, горечь безмерна, как смерть сама. Горечь слепа, нелепа, глуха, горечь нема. Мама, в каждом мужчине она пыталась найти свою маму, которую где-то, не помнила где, потеряла и хлебнула на этом пути болезней, абортов, сраму. Каждый самец урывал кусок сердца за даром и скакал себе дальше. Товарный поезд швыряло и смердел вагон спермой и перегаром, а на смертном одре ее мысли пытались вернуть хоть одно лицо человечье, но напрасно. Полустанки мелькали, ладони мужской накрывались, затем погасли. Сумерки. У меня больше нет моей петербургской комнаты, но со мною остались ее сумерки, словно омуты. Они затягивают меня,
за амальгаму стекла. Не сберегла комнату, но сумерки сберегла. Они со мною, вокруг меня. Вязнет цокотуха в плазме серого янтаря, бережно вырезан и восстановлен каждый проем сколько-то метров родины в кубе живьем. После работы снегопада сад отдыхал. Спала Нева. Разваренный холодный рис, наверное, сладкий, с неба падал, похожий на кутью, он падал. Но бабушка была жива. После работы снегопада такая тишь царит, отрада такой покой, что удивись. Привет на кладбище ограда, и нет милей Петрова града, и смерть уютнее, чем жизнь. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.